Видео вопрос к Платошкину Николаю Николаевичу. Вводное из 3 тезисов. Первый тезис. Известно, что когда попадаешь в какую-то ситуацию, в затруднительную ситуацию, и пытаешься что-то решить, и применяешь все известные тебе знания, и ничего не помогает, остается что-то придумать, и что-то придумать совершенно новое. В известном смысле изобрести. Получается, что изобретение остается основой в развитии человечества. Второй тезис. Известно, что чиновники в современности перераспределяют существующий ресурс, а попытки вклиниться в этот процесс рождают конфликт интересов, как действие рождает противодействие в классической физике и ньютоновской механике. Физика же квантового поля создает условия смены логики социального поведения и образует ценность капитала в нематериальных активах, что в известном смысле всегда поглощает стоимость всей материально-технической базы. Исследуя народной мудрости, создавай новое, дополняй сущее, и дано тебе будет управлять им. Третий тезис. Право собственности и исключительное право – два различных раздела права. Известно, капитализм основывается на праве собственности, в то время как исключительное право порождает народное достояние. Народное достояние является основой социализма. И, внимание, вопрос. Николай Николаевич, какие будут предложения уже сегодня на уже существующие результаты исследовательской, и изобретательской и научной деятельности, без пафосных разговоров о завтра?